осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию, где будет отбывать наказание, назначенное судом. Об этом в понедельник, 25 июня, со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии, ОНГ, Москвы Ивана Мельникова сообщает Интерфакс. По моим данным, он этапирован сегодня ночью, куда, это пока составляет тайну. В теории его могут отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область, сказал Мельников, подчеркнув, что все будет зависеть от решения Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН. 18 мая сообщалось, что Белых уже несколько месяцев не может получить в свою камеру в СИЗО Лефортово нужные ему вещи. 1 февраля Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зубхаммера в 2014-2016 годах. Суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году. Помимо наказания в виде лишения свободы, суд оштрафовал чиновника на 48 миллионов рублей. Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммы 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.